Всем доброе утро! У нас сегодня утро начинается с каши. Ну все, мы прошли терапевта. Мы здоровы. Нет, ну там еще надо одно обследование будет пройти. И потом уже будет понятно, все в норме или не все будет. Вот. Поэтому поехали дальше. А дальше мы куда? Все равно сравнить московские поликлиники даже с краснодарскими. Вообще две большие разницы. Ну да, здесь все побыстрее, как-то по... Ну здесь для людей, походу, сделал. Ну да. А как говорят, а за МКАДом уже. Так мы же и за МКАД. А? Мы же и за МКАД. Я имею в виду за Московскую область. Ну да. А теперь мы на мойку и на работу. Да, надо помыть машину. А сейчас грязно покажу. Вот она. Поросюшка. Наша поросюшка. Грязная чухонька. И внутри грязная. И коврики грязные. Все, поехали. Мыть эту кормилицу. Ну, Николай, давайте. Ах, он зараза. А кто это вообще был? Нет, сейчас. Смотри, какой котик у него желтый. Вот, вот эти вот коды сделайте достаточно. А что ты его сбоку цепляешь как-то? Получается. А. Попробовать коды. Так, туда, вперед, вперед, туда, 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 туда. Я хочу стрелять. Все, что ли? Мне кажется, этого не вытащишь. Он там тяжело сидит. Надо верхние вот какие-то вот такие вот тащить. Да тут не выйдет никак. Можно. Да я такая одна. Да это у меня друзья. Я подруга. Ай, зараза. 50 мечей обменять надо. Николай, Николай. Мы уже вернулись домой. Мы уже отсняли видео на парковке. Мы поняли, что у нас дома нет вообще нормальных локаций. У нас такая страшная квартира. Это что, оттас вообще? Да, хозяйки предложили поклеить обои. Мы говорим, ну посмотрите, ну что у вас? У вас вообще ужасные обои, отвратительные. У вас они везде... Только 50 на 50. Я говорю, нет, спасибо. До свидос. Короче, у нас сегодня на ужин гречка с маслом и с рыбными котлетками из спаржа. И еще надо налить чая. Чая надо налить. Большие две кружки. Да? С сахаром же, да? Я, конечно, не понимаю, может, это неправильно ситуация с хозяйкой, но вот я сколько снимаю уже жилье, мне сейчас 34, живу я отдельно, ну, не считая после общежития, как отучилась в институте, живу отдельно где-то лет сколько? Лет 15, да? Нет, меньше.
Сколько? Мы с тобой живем 10, да? Ну да, лет 15 я у меня, наверное, живу. Ну да, вместе с общежитием. Короче, 15 лет. И за это 15 лет у меня было 3 съемных жилья. Это 4-е получается. Это 5-е. Именно таких долгих. И первый раз у меня вот так вот, чтобы ремонт был плохой, и чтобы хозяева говорили, ну давайте сами там типа пополам. Я понимаю, пополам, если бы мы приехали, и тут было бы что-то, как сказать. Блин, да что у меня с мозгами-то, а? Они разжижились там. Если бы нам не нравились они, например, эти обои, так они просто кричат о том, что их надо заменить. И мы готовы собственными силами это все сделать, вложить свои усилия. Сейчас, извините, поклейка обоев недешево стоит. И вот так вот там 50 на 50. Как будто мы... Я уже какой третий час, наверное, монтирую видео, которое мы сегодня отсняли. Это видео о плюсах и минусах переезда в Краснодарский край. Я уже так устала. У меня тут кофеечек. Правда, плохо похож на кофеечек, но это кофеечек. Слабенький-слабенький кофеечек. Здесь вот у меня идет монтаж. Тут вот ко мне пристают собаки, потому что им скучно. И тут у меня еще что-то высыпания какие-то пошли. Вот, сегодня так день прошел. Не очень насыщенно. С утра вот съездили в поликлинику, прошли прием. Потом ездили в магазин немножко, купили продуктов. Потом отсняли видео и все. И теперь я занимаюсь монтажом уже сколько часов. Ой. Да. И еще вот жду, пока мне подключат интернет. Провайдер не может, его нет на месте, он только в 9 вечера должен появиться на месте и подключить нам интернет. Надеюсь, все будет грузиться намного быстрее. Все, спасибо за просмотр, за сегодняшний. Жду ваших подписок, лайков, комментариев и всего-всего. Спасибо за просмотр. Жду вас завтра.